Искушенного зрителя в современном мире удивить не так-то просто. Именно поэтому творцы стараются придумать что-то новое и необычное. Так, например, в нашем городе известный в культурных кругах директор фестиваля «Матч» Альфред Генгер решил прибегнуть к синтезу искусства и снял мультимедийный фильм-концерт под названием «In Out». Вдохновлялись всеми жизненным опытом своим, в котором очень много всего интересного и увиденного. Художники, музыканты, поэты, все это вместе, в общем, выдало вот эта картина «In Out». Отдельно была каждая сцена написана, прорисована, все раскадровки на каждую сцену были сделаны. На тот момент это было больше 200 раскадровок, потом мы уже убрали, соответственно, часть. Сюжетная линия разделена на 12 частей. Герои попадают в разные ситуации, оказываясь в каждой из 12 комнат. Все сцены сопровождаются живой музыкой в исполнении автора проекта. Гитара сама как инструмент, в ней очень круто получается минор. Именно минор, когда вот эти струнки души, они там начинают у тебя где-то вот тут вот играть, щепетать. Тем самым у тебя образуется интимная связь со зрителем через минор, через вот это щепетение, да? И тогда человек раскрывает себя по полной программе, и его можно зацепить, в него можно вложить вот то, что вот мы ему показывали. Есть над чем подумать. Удовольствие порой бывало такое, знаете, двоякое, потому как не знал, на что обращать больше внимания, на звуковой ряд или на видео, но тем не менее интересно, что они перекликались часто, и тем самым, получается, одно было как бы дополнением другого. Очень много было аллюзий на знаменитых писателей, авторов, людей искусства. Я думаю, что это однозначно для людей, которые ценят искусство, однозначно для людей, которые ценят современное искусство, и однозначно для людей, которые ищут что-то нестандартное. Было интересно разгадывать ассоциации, скажем так, отсылки к произведениям искусства уже существующим. Они были где-то понятны, где-то нет. Это тоже было очень интересно. Мне говорили вот цельную картину этого фильма. Нам говорили конкретно по сценам, то есть какие задачи по сценам, что мы показываем, что нам нужно отразить, передать какие чувства, эмоции, вот как-то это вот так вот было. Огромное количество сил и энергии мы потратили, мы все вложили часть себя, потому что мы все над этим очень работали, очень трудились, вот мы все помогали Фреду в исполнении вот его задумки. Авторы проекта назвали фильм «Вход-выход» некой прогулкой в свой собственный внутренний мир, а значит, каждый зритель воспринял замысел по-своему. Есть над чем задуматься, есть что обсудить.